У гэтым годзе ў бальніцах Гомельскай области будзе ўстаноўлена як мінімум 6 камп'ютерных тамографаў, што дазволіць павысіць узровень аказання лячэбнай дапамогі. Гэта стане працягам рэалізацыі абласной праграмы развіцця медыцыны. Сёння ў яе рамках пасля капітальнай мадэрнізацыі адкрыўся аперацыйны блок у 3-й Гомельскай бальніцы. Што атрымалася зрабіць на выдаткаваныя з абласнога бюджэта сродкі, ведаюць нашы корэспандэнты. 3-я Гомельская городская больница была открыта в 1977 году. С того часу значных ремонтных работ тут не проводилось. Акушерско-гинекологичный операционный блок, згодно с предписанием головного санитарного врача Гомеля, закрыли 10 годов тому. Его эксплуатация становилась небеспечной. У 14-м началась реконструкция, але уже у наступном годе ее спынили. Ситуация зрушилась из места только после наведывания установы старшиней облвыканкама Геннадием Соловьем. Особенности данного объекта, он является полностью энергонезависим, то есть при каких-то нештатных ситуациях отключения энергии он обладает своими резервными дизельными генераторами. К объекту подведены медицинские лечебные газы, в нем обеспечена технология сверхсовременными антибактериальными панелями, так называемыми цементно-магниевыми панелями, которые также являются высокоогнестойкими. Гэта сапраўды сучасная операцыйная. И не только тому, что тут выкарыстаны лепшие будаўнішыя материалы. Установлено тут обсталяванне таксама отповедая усім медицинским патрабаванням. Наша больница выполняет функции перинатального центра второго уровня, где концентрируются женщины с определенной патологией. В результате этого примерно около 30% женщин рожают путем операции кесарево сечения. На реконструкцию операционного блока 3-й городской больницы из областного бюджета выдаткавали каля 3 миллионов рублей. Развитию медицины на Гомельщине увогуле надается значная увага. Причем размова идет у тем лику и об районных установах. В текущем году мы планируем Хойницкую стационарную больницу запустить в действие полным объемом строительных работ, завершающих, конечно, родильный дом Петрико. И, конечно, основная задача – это обеспечение необходимым оборудованием. В текущем году мы планируем закупку 6 КТ. Это даст возможность, особенно в этот сложный период борьбы с ковидом, в первую очередь определять состояние здоровья человека и дальше его вести работу по его лечению. Открытие операционного блока можно лишить первым этапом масштабной реконструкции 3-й Гомельской городской больницы. Как у первую, так и у другую хвали пандемии коронавирусу, эта установа обслуговывает тяжарных женщин, хворых на коронавирус. Это робит особливо актуальным створение умов, которые позволяют проводить лечение максимально эффективно. В рамках дальнейшего нашего развития на этот год запланировано и уже получен новый компьютерный томограф. Также в рамках цифровизации здравоохранения, о чем говорилось и на 6-м Белорусском народном собрании, будет проведена модернизация локальной вычислительной сети с дальнейшим подключением к системе республиканской. Поэтому такие планы на этот год. Алексей Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».